Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это небольшой гайд на трэш-механику в обновлении 6 Кровь The Isle of Rima, то есть растрёсывание трупов. Сразу о главном. Трэш-механика — это возможность растрёпывания трупов, чтобы из них вывалились органы для нутриентов. Но самое главное, не стоит забывать о вашем росте и росте трупа. Если мы меньше размеров и весов трупа, мы не сможем этого сделать. Давайте рассмотрим. Ну, во-первых, вам нужно поднять мертвую тушу с земли. Подойдите к жертве и зажмите клавишу G. После этого зажмите левую кнопку мыши и поворачивайте камеру чуть влево и вправо. Мы видим, как из жертвы начинают вылетать его органы. Также трэш-механика растрёпывания трупа работает при ходьбе динозавра. То, что я говорил раньше, если мёртвая туша тяжёлая, вы не сможете провести трэш-механику. Давайте рассмотрим на примере Ютараптора и Карнотавра. В этом случае у нас есть возможность разрывания живота трупа, чтобы добраться до органов. Примерно 9-10 укусов в центр живота трупа. Как мы видим, мы спокойно добрались до органов Ютараптора. В настоящий момент мы имеем 5 органов, необходимых для нутриентов нашего динозавра. Это кишки, сердце, печень и 2 легких. Сразу хочу добавить то, что трэш-механика работает абсолютно на всех ботах, но вы с них не получите никаких органов. Ну а вот, собственно, и органы. Кишечник, желудок, сердце, 2 легких. Запоминайте. Ну а теперь рассмотрим трэш-механику на оставшихся хищниках. Надеюсь, что данный гайд вам будет очень полезен. Обязательно подпишись на канал, поставь пальчик вверх и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики, прохождения, стримы и гайды. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.